мужики, чайник приехал. Привет. Здорово. А мы думали, тебя уже того. Чего того? Оболванили. Привет, Светка. Здорово, мужики. Привет. Ну как аппарат? В порядке аппарат. Сдох. Так это ты вытащил его отсюда на воздух? На воздух. Думаешь, он на воздухе скорее починится? Так вздохнете же тут. Ничего, с утра сидим, не задохнулись. Ладно, все, мужики, пошли отсюда. Чипец, ну ты же обещал. Да ладно, не ной. Починю тебе твой примус. Перекурим и починю. Слышь, Зизик, ты это... Сдай хлам в утиль. А то на ходу развалится, потом тебя по чертежам собирать придется. Ага, сдай. А кататься на чем буду? На помеле, что ли? Ну, зачем на помеле? Слышь, Фонарь, дай-ка твои закурим, мои отсырели что-то. Вон моя Ява стоит. Бери да катайся. А ты? А чё я? А ты-то как же? А и все, мужики. Откатался. Чё, забирают, да? Забирают Светочка в тюрягу. А в армию призывают. Когда идёшь-то? Так это, послезавтра в пятницу. Ну чё, я думаю, это дело надо отметить. Тётка Тамара, небось, завтра всему дому отвальную устроит. А мы сегодня на воздухе. Конечно, отметим. Слышь, чайник, ты насчет мотоцикла, правда, что ли? Знаешь, я его, наверное, с собой в чемодане в армию возьму. Или тетка моя Тамара на нем тут ездить будет. Не, ну правда, чайник. Вот ехан-махан. Ну на, держи. Чайник. Чайник! Вот придурок. Спасибо, чайник! Добрый вечер. Есть хочешь? Як крокодил в Африке. А пацаны где? Телевизор глядят. Привет, пацаны. Здравствуй. Что кажут, а? Кино кажут, не мешай. Витя, иди кушать. Вот, батька двое суток дома не было, а пацанам телевизор дороже. Скинемся, мужики. Так. Ага. За двоих со Светкой. И это все, Зюзик?
Мать больше не дала. Хе, ничего себе. Здесь всего на 4 бутылки сухаря. И то, если я все добрый. Кто пойдет? Ну что, Зюзи, не доплатил, так, может, отработаешь? Смотри, а то меньше нальем. А чего сразу Зюзик-то? Ну а что, Светку посылать, что ли? А что? Я могу сходить. Ой, да сиди ты. Ну что, кинем жребий тогда? Ладно, не надо жребий. Я пойду. Держи. Подожди. Сумку-то. Фонарь, ну держи банку. Что ты стоишь? Где? Да вон она. Получай. Фонарь, ну играй, да что ты, я не знаю. Пошел на прорыв. Так, это. Ну получай. Время еще интереснее. Пошли в спальню. Перестань, пошли. Ну дай же мне хоть котлету выключить. Бешеные, они же сгорят. Так хай новых нажаришь. Господи. Да? Да, дома. Сейчас. Ведь тебе. Слухаю. Что? А где? На втором километре? А когда? Ага. Оперативники выехали? Уже? Зараз буду. Отработка. Ни пожрать, ни... Куда ты галстук кинула? Уходишь? Товарищ... Капитан. Товарищ капитан, участковый уполномоченный второго участка. Иван Захарович. Старший лейтенант Гордиенко. Докладываю. Следователь Запарин. Участковый Гордиенко. Значит, труп обнаружен сестрой пострадавшего. Она же и позвонила в дежурную часть. Прошу сюда. Сестри в гостях був, і консерви забив, а вони за ним вискочили. І... Стоп. Ну, здорово. Здравствуйте. Здравия желаю. Ну, как ты вчера? До 2 часов ночи пахали. Два анализа не подтвердились. Ну, вообще долгая история. Ты знаешь, у меня к тебе было дело. Ну, ладно, работай. Потом расскажу. Так, молодец. А кто сказал, что он умер? Как? Пульс есть. Слабый, но есть. Надо срочно в больницу. Так, где скорая? Так не приехала еще. Кто вызывал? Я. Мне сообщили, как пришел, так сразу вызвал. Товарищ капитан, они ж тут бегают, голосят, убили. Микотин! Я! Быстро машину за скорой!
Кто? Это я. Я соседской свинье. Ась. Чего? Я это в армию хожу. Надо, чтоб служилось легко. Какое тебе, Ась? Это я для тех, кому 21 исполнилось. Я Ася. А для прочих сопливых я Алексей Семенович Яковлев. Повтори. Алексей Семенович Яковлев. И волшебные слова надо знать. Дяденька, пусти, пожалуйста. Пусти, пожалуйста. Дяденька. Дяденька. Вот другое дело. Ходят-то, двух слов связать не могут. Ты один? Ага. Давайте еще раз посмотрим. Так, тебе Красницкого или Белянского? Сухого мне. Ты не заглядывай, давай деньги. Чё? Деньги давай. Гомеопат хренов. У тебя тут на три. Чего? Ты же сороковник, дядя. Бери деньги и гуляй, Вася, ешь опилки. Гуляй. Ладно. Гуляй, гуляй. Ладно. Ладно, ладно. Сороковник. У самого материнское молоко на губах не обсох, а туда же сороковник. Ворожа. Сороковник. Я десятку за вредность беру. Можно сказать, за риск. А научили Грамотеев на свою голову. А сам, небось, у бабки с матерью спер. Ты ж не знаешь, как их заработать. А я знаю. Знаю, как их заработать. Денюжки-то. Ты чего там затих? Я? Да. Я это? Ты. Футбол смотрю. То-то. Ну давай. Интересную. Клади, говорю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дяденька. Алексей Семенович. Дяденька Алексей Семенович. А что это тебе это? Вот это как ты, руки дрожат. Не дрожат. Ты что, в холодильник лазил? Нет. Я сейчас проверю. Сволочь, тварь! Сволочь! Тварь! Ой! Ой! Я побежала на этот автобус, на последний. Так, когда это было? Это, ну, я на часы не смотрела. Ну, час тому назад. Ну, два часа, как? Ну, наверное. Наверное, минут 40. И не надо мне выговаривать, товарищ дорогой. Вы подчиненным своим выговариваете. У меня к живым пока еще сегодня 12 вызовов. А здесь сказали покойник. Покойник может и подождать. Михаил Петрович. Да? Я беседовал с сестрой потерпевшего. Нападение могло произойти минут 40 назад. Ну, от силы час. Понял. Лейтенант! Я! Иван Захарович! Смотрите. Пройдите сюда! Иван Захарович, автобусный билет. Совсем свеженький. Снимай. Лейтенант! Слухаю, товарищ капитан. Давай, лейтенант, есть шанс исправиться. Бери патрульную машину и пошарь в округе. Ты эти места-то получше знаешь. Сообразил? Ага, понял. Внимание! Всем нарядам патрульной службы, всем постам ГАИ. На втором участке района аэродром совершено разбойное нападение. Товарищ капитан, анчар потерял след на шоссе. Как всегда. Внимание! Не исключено, что лицо или группа лиц, совершивших нападение, лучше выключить этот свет у музыку. Внимание! И главное, как что случилось, так обязательно на моем участке. Ну, прибил он шоссейку. И все. На моя земля и баста. Так нет его обязательно на моей земле, гротник. О, пробежал кто-то. Где?
Это тебе показалось. Чайника только за смертью посылать. Ну, что там? Чего-чего, перебор. Фонарь. Банк стук. Хватит. Я больше не играю. Да, мужики, тоскливенько. Вот чайник в армию идет. Ты, чипец, если тут поступишь. А фонарь? Мореходку. И останешься со Светкой одни. А он не поступит. Он поступит. Он из Залитки Гавриловой никуда не уедет. А ты что, ревнуешь, что ли? Дурак. Стой, стой! Че? А что там за костер горів? А ну, вертай назад! Чайник-то. Сейчас прицепится. А ну, всем подойти к машине. Начинается. Что делать-то было? Что делать? Пошли. Ну, мы сказали, подойти к машине. И ты тоже. Быстрее. Ходу, мужики, Зюзик, заводись! Ребята, прыгай! Быстрее! А ну, стоять! Заходи! Заводи, что ты заводи! А ну, сказано, стоять! Сам пойдет, нагадится! Вали, мужики, вали! Ходу! Ходу, Зюзик, я сам уйду! Ходу! Стой! Стой! Ух ты!
Ну что, припух марафонец. А ну иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди, а то гірше буде. Ща. Так куди ж ти? Приехали. Пошли. Ваня, Вань, фонарь. Да хватит стучать, нет его. И у чайника света нет. Да. Ну и повеселились на прощаннице. И что будем делать? Не знаю. Слушай. Может, их сцапали всех? Если масла в башке нет, то, может, и сцапали. Ну ладно, что стоять, пойдем. Ой, у нас свет дома горит. Так это же Зюзик. Подожди. Ты что, свет? Не знаю, не нравится мне что-то. Да нет, это он. Свет, твои предки спят давно. Ну, что там? Пойдем. Черт. Темно, как у негра. Ой. Поднимайтесь, молодые люди. Стоять. Поднимайтесь. Вперед, ребята, вперед. Давай, давай, давай. Поднимайся. Сидите, сидите, пожалуйста. Ваш? Наш. Ну вот, теперь полный комплект. Пошли. Ясно. Я вас очень прошу, вы держите меня в курсе дела. Звоните мне прямо в горком. Я предупрежу секретаря. Всего доброго. Ну что там? Ну что, плохо. Он не приходит в себя. О, Господи, ужас какой-то. Зин. А бандитов поймали? Нет. Я дожую чай или нет? Тебе с молоком? С молоком. И буди Мишку, а он опять в школу опоздает. Сейчас. Лариса Федоровна, доброе утро, это Мельников.
Лариса Федоровна, что у нас на первую половину дня назначено? Так, понятно. Мишку, Мишку буди. Извините. Да. Значит так, вы это дело перенесите в конференц-зал, а ко мне на 9:30 Кузьмичева. Какого Кузьмичева? Начальника УВД, он у нас один, к сожалению. Ну, значит, разыщите, позвоните ему домой, на дачу. 9:30, он у меня. Все. Так, а число это такое? 26-е. Ну, хорошо. Так, а число это... В смысле? День недели. Прочитайте, Валенцов. Сегодня вторник. Так. Ну, и подпишите. Да. Четверг это... Нет, вы сначала прочитайте. Какая разница? Давай, большая, а вдруг я что-нибудь не так написал? Ты мне позвони. Позвони мне. А обувь? 20... Ну, вот. Спасибо. Ничего. 23-го. Нет. Ну, все нормально. 24-го. Напишите. С моих слов твердых, записано все верно. Хотя, в принципе, ну, на 90% ну, все, заметно, договорились. Угу. Да, ладно. Ну, остальные дела как? Пойдем. Куда? Идите, пойдем. Вас проводят. Ну, ладно, ладно. Хорошо, рад тебя был слышать. Ну, счастливо. Ну что? Все. По-моему, их всех нужно отпускать. Всех? Всех, Михаил Петрович. А зачем их здесь держать? Ну, чай пить будешь? А кошелек? А если он его действительно нашел на дороге, как утверждает? А если он будет утверждать, что кошелек на него с луны свалился? Кошелек улика косвенная. Посмотри, что мне принесли криминалисты. Если он действительно совершил нападение, то он наверняка бы испачкался и забрызгался кровью. Ты у того затылок видел? А его одежда чистая, не пятнышко крови. И вот еще. Почва на месте преступления глинистая, с характерным красным оттенком, а на его обуви эта почва вообще отсутствует. Не по воздуху же он летал. Нет, он не врет. Да и по допросу это видно. По допросу как раз ни хрена не видно! Это еще почему? Похрену по кочану! Извините, проходите, подпишите. Я все ждал, когда ты ему еще закурить предложишь. И сам от себя забалдеешь, какой ты непредвзятый и демократичный. А он на тебя смотрит и думает, ну уж этому-то лоху, я точно мозги впарю. И впарил! Разуйте вы глаза, либералы хреновы. Посмотрите вокруг, с кем вы живете-то. Вот все вокруг кричат, преступность растет, преступность растет. А тебе в голову не приходило, откуда-то вдруг столько преступников-то появилось, а? Да они всегда были потенциальными преступниками. Только наружу это вырваться не могло. Потому что власть чувствовали, силу боялись. А теперь нет власти, все можно. Это для тебя демократия, а для Варенцовых это вседозволенность. В этой стране нам еще до демократии, между прочим, расти и расти. А вы напридумали себе народ. По книжкам его изучаете. Вы лучше вон надписи в общественных сортирах читайте. Или вон в очередь винную встаньте на пару часов, послушайте, посмотрите. Сразу все про народ-то поймете. Тебя как соседи называют? Меня? Меня по имени. По имени. Это в глаза. А за глаза ты мент поганый. Мусор. Со мной вообще не здороваются. Пока у одного машину не украли, сразу уважал. Прибежал, говорит, Петрович, родной, помоги. Ну, ну и что? Ничего, сейчас опять не здоровается. Не нашел машину? Да нет, нашел! Именно что нашел! Не нужен больше! Ну ладно, давай чай пить. Да пух я же от твоего чая. Надо подумать, что дальше делать. Что делать, господи? Раскручивают этих ротеров поганых. Варенцова этого. Мы за ними всю ночь гонялись, а ты политессы разводишь. Есть у меня одна зацепка, маленькая, но зацепочка, автобусный билет. Выглядит абсолютно свеженьким. Прежде всего нужно выяснить, на какой именно рейс его приобрели. Так? Ты что, нарочно? Да нет. Вы же сами знаете, Игорь Федорович, как мы работаем. Машин нет.
У каждого следователя по 20 дел. Выехать на происшествие, бензина не хватает, оборудования нет. Да вы же сами все прекрасно знаете. Афанасий Сергеевич. Да? Как вы себя чувствуете? Спасибо, вроде бы хорошо. Не жалуюсь. Может, вам нужно отдохнуть, а? Работа тяжелая, нервная. Вы скажите, мы это устроим. Я, Игорь Федорович, работу свою люблю. Я 30 лет в органах. Ни одного взыскания у меня нет. Вы людям это скажите. Они боятся на улицу вечером выходить. Да вы же знаете, как мы работаем. Знаете, прекрасно знаете. Конкретно, что по делу Одинца? Я не в курсе. Значит так, Афанасий Сергеевич. Или вы будете в курсе, или подаете заявление, и мы вас с почетом отправляем на пенсию. Игорь Федорович, преступник будет найден. Я обещаю. Разрешите идти? Идите. Дело Одинца ко мне на стол. Да. Баранова и Ложечникова ко мне, немедленно. Что? Сейчас буду. Вор разошелся, Идрёна мать. Видно, здорово ему там мыльников хвостом накрутил. Да пошел он, козлодой. Вась, ты же главного не знаешь. Пацанов-то этих я уже отпустил. Ты бы больше своего Запарина слушал. Он теперь с этим автобусным билетом, как птичка в дерьме, до второго куку будет ковыряться. У него 18 дел в производстве? 6 глухарей. Ага. Еще одно теперь повесит на нашу управу. Тогда и нас с тобой повесит. Повесит. Пойдем ко мне, зайдем, покумекаем. А вдруг пацанов еще не отпустили? Пойдем. Вставай-ка, пьяный. Что сказал? А что ты делаешь? Костя, Костя. Костечка, пройдемся. Кочи. Отставить. Товарищ капитан, задержанный словами, а также действием наносил оскорбление. Кругом и шагом марш отсюда. Товарищ капитан. Кругом, кому сказано. Давай, вставай, вставай. Я жаловаться буду. Можешь жаловаться, только себе же хуже делаешь, смотри. Ты же сам их вынудил на это. Оскорблял? Никого я не оскорблял. Оскорблял. А это, брат, противоправные действия. Статья 192 Уголовного кодекса РСФСР. От 6 месяцев до года лишения свободы. Ничего подобного. Следователь сказал, что отпустит. Пошел за пропуском. Фу. Эти двое пришли, руки заломали, сюда привели. Ну, руки тебя заломали после того, как ты ударил одного из них. Никого я не трогал. У тебя свидетель есть? Нет. А у них есть. Кто? Я. Я видел, как ты ударил. А это уже статья 193. До 3 лет лишения свободы. Ну, ты же умный парень, Олег. Зачем тебе все это нужно, а? Так, садись, садись. Поговорим. И давай по-хорошему. Мать твоя рассказывала, ты в институт поступил? В Москве? Ну, а вам-то какое дело? А не надо так со мной разговаривать. Это невежливо. Могу испортить твой учебный процесс. Как это? А вот так. Получается, что разбойное нападение с нанесением особо тяжких телесных повреждений совершил твой дружок, гражданин Варенцов.
И вы по этому делу пока идете как свидетели. Пока. А будешь дальше глупить, пойдете как соучастники. Ясно? Это что, чайник? Чайник нападал. Какой чайник? Что ты идиотничаешь? Ну, у Варенцова кликуха такая. Что-то я не врубаюсь. А? Правда, это он? Правда. Он. А теперь давай вспоминать. Когда он пошел за вином с твоей сумкой, в сумке был полиэтиленовый пакет? Нет, не было. Ты вспоминай, вспоминай. Надо вспомнить. Как надо? Вот так надо. И тебе надо. И моторизованной вашей банде надо. А то все вместе пойдете срок мотать. Понял? Да, кажется, понял. Только не было в сумке пакета. Ясно? Не было. Ну, не было так не было. Я же не настаиваю. Да, жаль, жаль. Ты мне поначалу умнее показался. Ты же в эту компанию случайно затесался. Просто потому, что по соседству живете. У тебя другое будущее. Москва, институт. Был. Все в прошлом. Да. Ну, ладно. Пойду я перекушу. Тут посиди, подумай. А чтоб тебе лучше думалось, я двух сержантов тебе представлю. А то от тебя всякого можно ждать. Нет. Нет. Не надо. Не надо. Ну, не надо. Ну, зачем? Чего ты так испугался? Ладно, успокойся, успокойся. Давай, поговорим по-хорошему. Так что, был у тебя там пакет-то полиэтиленовый? Ну как, пакет, кажется, был. Слушай, ты мне одолжение не делай. Ты мне точно говори, был или нет. Так что чипец, если тебя ментовки напугали, можешь тифсик закладывать. Все сказал? Все! А что ж ты, если такой смелый всех нас перезаложил? Когда это? Когда? Когда тебя на дороге взяли. Вот тогда бы ты смелый был бы. А то всех заложил. И чайника своего любимого. А теперь рассуждаешь? Так я же не знал тогда. Ах, ты не знал. Плесень. Заткнись, а то... Не трогай его. Ты что? Не трогай его, я сказал. Зюзик не со зла нас закладывал, ты специально на подляну полез. Да ты что, Фанат, ты в натуре, ты что, тоже не врубаешься? Нам ведь предложено дать показания не для того, чтобы чайника потопить, а чтобы самим не сесть. Врубился я не по уши из дерева. Да только подляна это. Так что ж ты предлагаешь? Сесть всем скопом? Зачем сесть? Верно, Зюзик говорит, пусть докажут. Ну ладно, не хотел я говорить. Помните, когда на дороге чайника ждали? Сколько его не было? Час где-то, да? Я еще сказал, чайник только за смертью посылать. Сколько у него денег было? На 4 бутылки сухаря. А у него еще бутылка водки с собой была и кошелек этого мужика. Ему же ведь все равно. Он же ведь через два дня в армию уходил. Ведь мог же он? Не мог. Не мог. Ты уверен? Ты уверен. Ну и дерьмушник же ты. Да я просто сидеть не хочу. Вас взяли, через 2 часа выпустили, а я там еще сутки отсидел. Вы ничего не знаете. Я ж не только для себя, я ж для вас, дураков, старая тьма, хочу вытащить. Свет, ты идешь? Волки позорные, потом же сами пожалеете, да поздно будет. Поздно! Ну, а ты что сидишь? Давай, вали за ними.
туда катался. А что? Да нет, ничего, просто так. Просто так? Просто так даже кошки не родятся. Это что, фонарь тебе оставил за мной следить, да? Ну, ну ты даешь. Сам уехал, сарай не запер. Я тут сидела 3 часа, дура-дура, железки его стерегла. А тебя просили? Ну и подумаешь, сперли бы что-нибудь. Какая разница? То это какое дело? Слушай, ну подумай сам. Кому это нужно следить за тобой, а? Здорово ж тебя в ментуре напугали. На, смотри. А? Ой. Тоже ничего не докажешь. Говорят, оказывал сопротивление. Себе дороже получается. Пойми, в жизни, как в драке, всегда прав тот, кто сильнее. Сильные диктуют свои права, которые их устраивают. Так было, есть и будет. Больно? Угу. Ты чё? Ты чё? Светка. Ходил с ней, Гаврилова. Она же красивая. Плевать я на нее хотел. Ну не надо, Олег. Зачем тебе все это надо? Ну не надо. Ты мне нравишься? Это мало. Для этого же любить надо. Выйди. Нафига? Выйди, новости есть. Может, завтра? Интересные новости, завтра не вытерпишь. Ты уверен? Узнаешь, не заснешь. Какие новости? Погодка нынче класс. Ну и чего? А че? Ладно, какие новости? А, ну вот погодка, говорю. Что надо? Все. А тебе мало? Слушай, чипец, мне завтра на работу. Работа не волк. От работы, Ваня, кони дохнут. Ты куда? Когда выдрючиваться надоест, скажешь. Не спеши, фонарь, успеешь. Слушай, чипец, а ты немного на себя берешь в последнее время? Так ведь отовариться можно. Ой, Вань, Вань, я уже испугался. Гляди. Вань, только спросить хотел, как там твой ижик-то поживает? Помнишь, мы недавно с чайником за грибками ездили? Так ты в березу какую-то впилился, крыло помял, колесо пришлось менять. А? Ну? Что, ну? Чего надо-то? А, так я чего спросить-то хотел? Как колесо? Не хлябает? Я ж тебе его менял. Нормально ходит ижик? Нормально. Ну иди. Не то тебе на работу завтра. А что ты вдруг про колесо? Про колесо? Действительно, чего это я? Чихать я хотел на это колесо, если честно. Меня, если честно, больше здоровье березы волнует. Ты как, не интересовался? Какой березы? В которую ты въехал. Она ведь на двух ногах была, оказывается. И бегать умела. Ах.
God! Спокойней, Ваня. Спокойней. Не то видать, не то видать, ты забыл, кто здесь кто. Хвост начал подымать. Отдохни теперь немного. Я сам тогда чуть не убился. А он под колеса пьяный сосиску. Он лыка даже не вязал. Он когда очухался, говорил, что все равно... Что все равно повесится. У него жена, прости, Пома. Ему все равно. Мы тогда с чайником его даже в больницу привезли. На крыльце оставили. Это ты не мне. Это ты следователю расскажешь. Заложишь? Заложу. Посмотрим на твое поведение. А с другой стороны, сам посмотрим. Чего мне тебя жалеть, а? Я ведь вас с Зюзиком просил. Вы меня не пожалели, вам чайника стало жалко. Значит, выходит, тебе фонарь на меня с высокой башни. И мне на тебя так же. Чего ты хочешь? Завтра пойдем в милицию. Там расскажешь все, что от нас хотят. Чайника будем сажать. Себя, себя спасать! Значит, чайник Светке рассказал, а на тебе, да? Откуда бы я узнал, что ты кого-то там переехал? Вы же мне сказали, ты в березу вперился. Колесо надо сменить. Вот когда для вас хорошие. Когда движок надо регульнуть, отрихтовать чего. Вот тогда тебе помоги. А чего эта Светка тебе стала все докладывать? Неважно. Светка свой мужик, хоть и баба. Попросил, вот и рассказала. Ну и чего? Чего-чего? Она, стала быть, с тобой теперь в милицию пойдет, да? Конечно, пойдет. Куда она денется? А Зюзик? Что Зюзик? Он не пойдет. Сделай так, чтобы пошел. Кто я? Да, Вань, ты. Ты. Вот такая у меня к тебе убедительная просьба. Не согласится он. А что, мы ему 100 рублей даром предлагаем? Не согласится. Не лапай. Делай так, чтобы согласился. Как? А вот это, Ваня, уже не моя забота. Ты ему объясни популярно, что с чайником, ну, это несчастный случай. Все равно, что если бы он в речке утоп. Тебе в мореходку надо? Надо. Представляешь, мы под суд попадем. Какая тут к черту мореходка? Какие тут кедрения, фения, жаркие страны. Вся жизнь колесом. Да, Ваня, и запомни. Мы туда должны прийти все до одного и говорить одно и то же, слово в слово, да запятой. Если будут хоть какие-то неточности, мы все в заднице, понял? Не, не согласится он. Да и я не смогу. Начальник. Тогда я смогу. Мне будет очень противно, но я смогу. Ну, Звонарев, отвечайте. Звонарев. Так кто же все-таки из вас слышал, будто Варенцов сказал, я отоварил мужика камнем по башке? Не знаю. Как-то вы не знаете, Звонарев. Вам самому не кажется это странным? Вы друг за другом толдычите одну и ту же фразу, которую якобы произнес Варенцов. И сами же при этом не знаете, кто из вас ее услышал. Как тут быть, а? Так откуда она возникла? Я не знаю. Так, может быть, вы плохо сговорились, а, Звонарев? Или кто-то вам подсказал, как и что следует говорить? Ну, вам-то, наверное, виднее. То есть? Я не понимаю, объясните, Звонарев. Ну, а чего объяснять? Вы же сами хотели, чтобы мы признались. Вот я и признаюсь. Чайник этого мужика по башке камнем отоварил. Ну, пакет ему накинул на голову, чтобы, значит, кровью не забрызгаться. А потом камнем, и все это выбросил в пруд. Ну, вот, а потом пришел и говорит, я этого мужика, значит, голове камнем ударил. Ну, вы же сами хотели. Ну, что, Зюзик, пришел? Да не придет уже, наверное. Он обещал, честно, чемпион. А что спрашивали? Да, кто из нас про этот, про камень слышал. А ты что сказал? Какая разница, кто что сказал? Раньше надо было договариваться, кто да что. Связался с вами с придурками, теперь расхлебывай за вас, козлов. Долго репетировали? Да не гоношись ты, запарин. Оформляй протоколы, давай ребятам подписать и кончаем эту историю. Я в эти игры не играю, Михаил Петрович.
Что с автобусным билетом? С Катей билетом. А что с билетом? Ничего. Так. Значит, вы эту версию не работали? Некогда было. Я, Ваня, не первый год в органах. У меня еще, кроме опыта, есть интуиция. И вот эта интуиция мне точно подсказывает, что Варенцов, именно Варенцов, чайник этот, мужика отоварил, как они выражаются. Ясно. Ну что ж ты, Михаил Петрович, саботируешь план оперативно-следственных мероприятий нехорошо. Товарищ подполковник. Идите. Идите. Идите, Рогалев, идите. Хорошо. То есть, конечно, ничего хорошего. Иван Захарович, у тебя сколько дел? 18. И сколько из этих 18 не трунено? 6. 3 квартирных, 2 угона и убийство на консервном заводе. Да. Возьми консервный завод. Куй железо, пока горячо. А это дело передай Авдееву. Я с ним говорил, он в курсе. Не понимаю, товарищ подполковник. Ну что ж тут не понимать? Уведомление получишь в письменном виде. А что с моим рапортом? Он же на столе лежит. А что с ним будет? Ты меня допрашивать или как? Я хочу знать, что будет с моим рапортом насчет капитана Рогалева. Старший лейтенант Запарин, вы свободны, идите. Товарищ подполковник, а вам не кажется странно? Я повторяю, вы свободны, идите. В таком случае я прошу учесть. Если мой рапорт останется без движения, я пойду выше. Иди выше. Только больно высоко не забирайся, а то долго лететь придется. Разрешите идти? Иди! Вы плащ сняли, а то на улицу выйти, простудитесь. Благодарю, я ненадолго. Вот вареница. Я тут вам наследил. Да ладно, чего ж там. В магазинах ни хрена нет. Чем богаты, тем и рады. Угощайтесь. Вы извините, я сегодня не совсем в форме. Да? Выпил. Я вел дело вашего племянника, но меня убрали. Дело передали другому следователю. Но это не важно. Важно то, что теперь ему помочь можете только вы. Я? Да. Ведь кроме вас у него родственников никого нет. Никого. Я одна. Как же мне ему помочь? Как мне помочь, Господи? Я ж малограмотная, ничего не знаю. Слушайте, будет суд. Вам нужен хороший адвокат. Местная адвокатура дрянь. Надо ехать в Москву. Вам. Да-да. Пока ведется следствие сейчас. Завтра. В крайнем случае, послезавтра. Я написал письмо. Тут адрес, как добраться, все. Станислав Карлович Берг. Станислав Карлович. Очень хороший адвокат. Он сможет вам помочь. Это по-настоящему честный и чистый человек. Да. Поезжайте. Поезжайте. Вы знаете, я никогда в своей жизни никуда не ездила. Не ездила. Господи. Да, я понимаю. Вам понадобятся деньги. Я вам... Ну что дам. Вы, что вы, что вы? Но только немного. Большое спасибо. Низкий поклон. Ну что вы, деньги, что да вы? Берите, берите, не стесняйтесь. Я очень виноват перед вами.
Да? Что такое? Тут отца спрашивают. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен Станислав Карлович Берг. Вы, вероятно, из его старых клиентов? Нет. Мне нужно ему письмо передать. Давайте. Не велено ему в руки передать. Станислав Карлович скончался месяц назад. Господи, Господи. Может, я могу помочь? Здравия желаю, товарищ. Капитан, капитан. О, выстроились, как барана на водопад. Пропили Россию. Служба Диенко, подбери мне из этих деклассированных элементов 3-4. Поприличнее. Что? На опознание едем, в третью больницу. А, понял. Смирнов. На работу устроился. Товарищ участковый, я приходил в отдел кадров, а он, кажется, закрыт. Я лучше завтра приду. Опять нет. А? Шагом марш, до машины поедешь с товарищем капитаном. Товарищ участковый, шагай. Честное слово. Без разговоров и без глупости. Я устроюсь на работу. Давай, шагай, шагай. О, Якушев. На які такі доходи гуляємо? Ти що, оглох? Іди. Жінка твою зарплату получила. Угу. Виклінчив, бо вкрав, а? Ти ж слово давав, як? А чого я зробив? Мене кореш угощає. Що, не маю права? Так ось поїдеш з товаришем капітаном. Ти чого я зробив? Петь, ну скажи. А за що його, начальник? Я же его на свои угощаю, заработанные. Здравствуй, Ильченко. Наша вам с кисточкой. Давно освободился? Вашими молитвами второй месяц чистой совести. Поздравляю. Давай-ка бери своего кореша и вали в машину. Надо помочь правоохранительным органам в очень важном деле. Очередь пройдет. Ничего. Сегодня не выпьешь, зато мне спасибо скажешь. За то, что лишних два дня на свободе. Нет, ну что мы сделаем? Ладно, Петь, ну не скажи, ну что мы сделаем? Пошли, пошли. С этим никогда не связывайся. А, так бы и сказал. Безобразие! Что сказали? Зачем вы так? Они действительно ничего не сделали. Слушай, Гордиенко, давно нам этот магазин закрыть надо? К черту. Понял? И стой, где воткнули. Умный. Тихо. Товарищ капитан, пошли. На выход. Вперед. Батюшки, блин, я не очень опасен. Опасен совсем. Федор Иванович, здравствуйте. Вы меня узнаете? Я следователь Авдеев из городского управления. Мы с вами вчера беседовали. Сейчас вам будут предъявлены несколько человек для опознания. Среди них, возможно, будет тот, кто на вас нападал. И вы обязательно должны опознать этого парня. Обязательно. Давай, проходи, проходи. Стой. Шапки снять. Thank you.
Этот? Федор Иванович. Этот? Все, больше нельзя. Товарищи, вы все слышали, что потерпевший указал на этого гражданина. И при повторном моем вопросе вновь сказал «да» и указал на него. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Гринцов Николай Васильевич. Для составления протокола опознания прошу всех пройти в ординаторскую. Спасибо, доктор.